Отже, Галя, як я вже казав, вже цілий тиждень йде фестиваль у нашому місті, фестиваль аматорських колективів «Південні маски». І я говорила. І ти говорила, ну, звичайно, звичайно, Галочка, якщо б ти не говорила, я б не знав, Це була що б не б я. робити. Це була б не ти, звичайно. Отже, до нас до студії вже завітали наші чарівні гості. Та, Па-пам! так, члени журі цього фестивалю і один з керівників дуже цікавого театру. Вчора ми мали змогу і щастя подивитися цю виставу. Я вітаю вас у нашій студії. Дякую. Значить, до нас сьогодні завітали, по-перше, я представлю член журі Олена Кошова, артистка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Можете Вітаємо. посміхайтеся і Так, посміхайтеся, помахайте. помахайте нам так ручкою. Вітаємо вас. І також член журі фестивалю Олеся Калітієвська, художній керівник. Давайте я прочитаю так, щоб все було правильно. Та Художній режисер. керівник та режисер Народного молодіжного театру «Муравейник», місто Новомосковськ. Ви здалеку до нас приїхали, так. Вітаю вас. Так, це ж Дніпропетровська область, якщо я Так. розумію. Так, вітаємо вас, любі наші друзі, любі наші колеги. Скажіть, будь ласка, питання, по-перше, до вас, Олена. Вже багато вистав мали змогу побачити, так? Що, може, саме таке яскраве було, які події, які формати цих вистав? Трішечки про те, що ви бачили вже. Ми завжди починаємо з членів журі, щоб запитати про попитати їх, бо на них припадає найбільше. Доля їх дуже цікава, але дуже тяжка. Так, По найбільше 5-6 вистав у день, це я вага. тобі скажу, таке напруження творче. Найбільше випробування, ось так би я сказала. Ну, сказать оценку в данный момент было бы несправедливо относительно других участников, поскольку мы еще не все спектакли видели. То, что фестиваль растет, что то, что я видела раньше, я не участвовала как жюри в этом фестивале раньше. Мне очень нравится, поскольку очень поднялся эмоциональный уровень. Возможно, это из-за каких-то событий, происходящих в стране, поскольку дети стали иначе чувствовать. И раньше то, чего не хватало, сейчас приобрели эти коллективы. Могу сказать про какие-то ошибки, но в общем плане там не хватает работы над сценречью, над пластикой. То есть это коллективы, которые режиссерам театров абсолютно легко, потому что они берут готовый материал и с него делают шедевры. Они могут сделать основу на режиссуру. А то, что делают Аматорские. аматоры, они просто герои, поскольку к ним приходят люди иногда с улицы, иногда дети, и они пытаются вместе с ними создать шедевры. Но какой плюс, в отличие от профессиональных театров, это они совершенно искренне работают и с такой подачей, что мы сидим профессионалы, мы заряжаемся, и мы также учимся. Это безусловно. Скажите, пожалуйста, мы знаем уже, говорили когда-то об этом, есть три основные категории театров, которые показывают у нас на фестивале эти спектакли. Вот немножечко более подробно для наших зрителей об этих трех категориях. Мы знаем, есть понятие, номинация, будем так, большая группа, народные театры, какие еще есть? Аматорские? Нет, Я нет, знаю, что там. детские театры Так. судят профессиональные студенческие театры и взрослые коллективы, такие как ваши, да, народные. Я, опять же, ну, не могу давать оценку и говорить, что вот этот лучше, этот Не, лучше. ну, понятно, что они совершенно разные, будем так Да, говорить, да. совершенно разные, они амплитудные, разный материал. Это усложняет оценку жюри, поскольку одни берут какую-то серьезную тему, другие показывают комедию, и мы, в принципе, должны собраться и решить, как мы будем их судить. По этим категориям, даже в этих категориях, к примеру, вчера показывался детский коллектив, я не буду говорить какой, но они показывали на таком высоком уровне, что их можно было бы судить вместе с коллективами уже взрослыми, уже, то есть с Состоявшиеся. профессиональными, да. Поэтому слишком сложно ставить как бы в один ряд. Я думаю, что все-таки фестиваль это не спорт, это больше
ознакомление, это становление других коллективов, смотря на коллективы, которые более профессионально работают. Обмен опытом. Да. Безусловно. Безусловно, я вообще против вот таких вот категорий, ну надо. То есть так созданы, когда-то созданы кем-то вот так фестивали. Да. Задали очень интересную тему по поводу того, что изменилась несколько общая атмосфера спектаклей, видимо, в силу нашего времени. Немного конкретнее, что именно вот по сравнению с прошлыми годами, да, поменялось в детях, наверное, поменялось, или в самих там духе постановок? Иногда бывают болезненные вещи, поскольку мы с вами сталкивались, есть тенденция все-таки совмещать и в спектакле внедрять то, что происходит в стране. И через детей, через детские души, они не понимают, что они делают иногда. Им, я не скажу, что навязаны, возможно, они сами хотят что-то сказать и эти эмоции дать, тоже поучаствовать в той борьбе какой-то, которая у нас происходит. Но детские души, они, может быть, это банально звучит, но они действительно не защищены, и у них юношеский максимализм не то показывает. Их надо все время говорить, куда мы должны идти, что мы должны делать. И в этом плане это, конечно, режиссеры за это в ответе. И у нас очень такие дебаты идут, я бы сказала, не детские по этому поводу. Жалко, что не участвуют эти дети. Они должны слышать эти беседы, поскольку иногда бывают режиссерами, выступают педагоги, у которых все время звучит как воспитание, воспитание поколения. И это воспитание, оно в данной ситуации в стране, я скажу это слово, иногда выводит на некую агрессию, что не должно быть у детей, чего не должно быть. То есть, к сожалению, эмоции тех педагогов и режиссеров, которые работают с детьми, перекрывают несколько здравый смысл и меру необходимую, да, в тех спектаклях, в которых они пытаются работать. Безусловно, вы очень хорошо выступили на предпоследнем нашем совещании. И хорошо по пунктам раскладывали, каким образом должно строиться произведение, о чем мы хотим говорить, что хотят слышать люди и о чем хотят говорить дети. Это очень болезненный момент, и я думаю, даже, может быть, стоит какое-то сделать последнее собрание перед закрытием фестиваля и сделать акценты на это, для того, чтобы мы тоже направляли, о чем говорить. Не то, что можно и нельзя. А пожелание, наверное. Желательно, чтобы дети воспитывались немножечко как бы в позитиве, несли свет, никак не иначе. Запитаємо у художнього керівника. Да. А теперь о позитиве, о мегапозитивном спектакле. Галя, мы будем, видимо, просить, чтобы нам дали какую-то видеозапись, если она есть. Вот это Галя, это полтора часа будет позитива такого, что просто очень сложно сегодня найти. Спасибо. Вот, еще раз хочется поблагодарить вас за этот спектакль. Вот вы представляете молодежный театр «Муравейник». Что вы впервые в нашем городе? Нет, мы второй раз участвуем в фестивале «Южной маски». Мы принимали участие, когда он проходил в Коблево. Привозили Джека Лондона, Аверченко и Чехова. То есть у нас был такой триптих. Вот. Это мой второй раз. Как вам наш город и что вы сегодня вот нам представили на суд наших горожан и уважаемого жюри? Нам очень понравился город. Он такой уютный, просторный. И нам очень нравятся маршрутки, они такие широкие, потому что у нас маленький городок, и, соответственно, какие-то, совсем все по-другому. У нас тоже очень хороший, прекрасный город, но Николаев нас покорил своей он очень уютный, нам очень нравится город. О фестивале. Поражает количество коллективов,
принимающих участие в этом фестивале. Вот как этот фестиваль охватил такое количество желающих поделиться своим творчеством. Просто невероятное количество коллективов. Мы ни на одном фестивале такого количества не видели. И география достаточно очень широкая. Вот. Мы только вчера приехали, так что еще как-то не все эмоции мы охватили, приняли. Вот. Что вы представляли в городе? Мы показывали вчера комедию за п'єсою Коломийця «Фараони». «Фараони». Піднімали гендерне питання. Вам вдалося його вирішити? Ми вирішили тільки висновок один. Головне – це кохання. А от як ви погоджуєтеся, чи можете заперечити членам журі? У вас, я трошечки читала, у вас великий репертуар, найрізноманітніші п'єси, можете представити нашому широкому загалу, але чи погоджуєтеся ви, що треба якось обмежувати репертуар? Я абсолютно согласна с мнением члена жюри, что во всем должна быть мера, которую мы должны, руководители, ощущать, потому что действительно мы работаем с несформировавшимися душами детскими, детской психикой. Руководители, они имеют такую силу воздействия. И вот как неумелый врач может покалечить вот как не сформировавшуюся нервную систему, точно так же и мы в большом ответе за их психику, нервную систему и формирование их личности. Абсолютно согласна. Розкажіть про свій колектив. Ви в нашому місті вже вдруге, трошечки більше нашим глядачам про історію, а ми подивимося в фотографії. Нашому колективу 7 років. Коментувати фотографії не треба. Можете розказувати про колектив, можете трошечки про фотографії. Нашому колективу 7 років. Я перейду на русский язык, можно, да? Он состоит в основном из старшеклассников и работающих молодежи, студентов. У нас очень разнообразный контингент. Это студенты ветеринарного, аграрного факультета, это педагоги тоже. То есть у нас главный герой, который играл Тарана, он педагог с высшим образованием, работает в детском лагере воспитателем. Вот. У нас юристы, у нас ребята, просто которые поймали эту бациллу под названием театр, от которой не могут избавиться. Вот. Но ведь, судячи с фотографий, дуже різноманітний репертуар. Що вам до вподоби, як ви вибираєте собі наше рождення нашого театру состоялося з рожденням спектакля «Зорі здесь тихі». От якраз о том, о чому говорили многоуважаемые журі. Ми так полюбили эту п'єсу. Ну, это та работа, которая разорвала нам наши сердца, наши и потянула молодежь в наш коллектив, эта работа. Вот. Также у нас в репертуаре такие пьесы, как «Прощай, конферансье» Григория Горина, тоже тяжелая очень пьеса. У нас много комедий, вот, как я уже говорила, «Джек Лондон», «Аркадия Верченко», Антон Павлович Чехов, тоже мы взяли комедию. То есть также... вы не ищете легких путей? Нет. Вы просто работаете с серьезной драматургией. Вы стараетесь работать с серьезной драматургией? Хотим, пытаемся. Скажите, пожалуйста, что в планах театра на дальнейшее? Что бы хотелось поставить? Очень хотим взяться за детектив. Очень хотим. Нет такого опыта у нас. За хороший детектив или за психологический? Нет, за хороший детектив. За хороший детектив, за комедия. Комедия. Вот, ну посмотрим, мы же отталкиваемся от того, кто приходит к нам в новом году, какие ребята вообще, на что они способны, потому что беда наша в чем, главное, мы теряем тех, кого мы только-только чего-то научили, они уходят в связи с всякими... Вырастают. Они вырастают, они поступают в высшее учебное заведение, у нас очень много студентов театральных вузов, очень много. Вот. То есть переходят люди на профессиональную сцену туда, точнее, в профессиональные вузы будут, говорить, учиться. Вот как говорили, что там клан в Карпенко-Карова, то у нас в Днепропетровском театральном колледже и в Харьковском университете искусств все наши выпускники. То есть вы можете с уверенностью, в общем-то, и правом полным сказать, что вы являетесь своеобразной кузницей кадров, да? Днепропетровском. Да, могу.
Ну что ж, вы еще какие-то постановки будете показывать у нас в городе? Нет, уже вы все, уже показали, да. И теперь свободно наслаждаемся, да, фестивалем. Ми бажаємо вам гарних вражень від нашого міста Миколаєва. Я сподіваюся, що вам буде подобатися і надалі, і будете приїжджати до нас. Я завжди журі бажаю дуже складного вибору, щоб всі колективи були найвищого рівня, і щоб вам було дуже складно вибирати переможця. Вже ми ще вітаємо вас, дуже дякую, що ви до нас завітали, і до нових зустрічей на теренах нашого фестивалю.